Хотя прокомментируешь сегодняшний матч, какая была установка и насколько ее хорошо выполнили? Установка была играть от обороны, мы знаем, что соперник серьезный. Вот, будет тяжело играть, тем более у нас много травмированных осталось на последнюю игру. Кто-то получил красный, какого-то травмы. В общем, нас народу было мало, и поэтому выбрали оборонительную игру. Ну, в первом тайме, я считаю, что у нас игра полностью не получилась. Играли слабо, много оборонялись, моментов ничего не создавали. Ну, во втором тайме активизировались за счет замен наших небольших, так скажем, два человека только поменялось. Вот, игру выровняли, нам забили. Я считаю, что еще могли даже забить и выиграть этот матч. То есть по второму тайму вообще самоотдача. Ребята старались, все молодцы. В принципе, положительные эмоции остались. А в целом по турниру с какими проблемами столкнулись? И как думаешь, почему так вышло? Больше с мотивацией столкнулись, потому что, не знаю, не настрой. Соперники выглядели поувереннее, они как будто вот, у них было больше желания. Не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что мы вместе неполноценно тренировались перед турниром. У нас не было официальных игр долгое время. Вот, в связи с этим связываю. Но я думаю, что следующий турнир мы выступим лучше. Спасибо.